Сегодня у нас прогулка в лес за грибочками. И мы, Яночка нас там ждет. Мы сейчас идем. Не знаю, соберем мы что-то, не соберем, но о том, что прогуляемся, надышимся прекрасным воздухом, это 100%. Грибники. Рюкзаки, корзины набрали в надежде, что будет много грибов. Доброе утро! Доброе утро! Да, привет. Я поэтому... Я думал, футболка и это, а потом думаю, нет. Хорошо. Так, ну хорошо, пошли. Увидели гриб, и все, и все сразу к нему. Его шапку снимаешь? Это съедобный, да? В яйце и в муке, как отбивная. Это не такие, как у меня в огороде когда-то росли? Нет, то у тебя... Срезать у меня или есть? Нет, шапку просто снять, и все. Можешь тебе перчатки дать? У меня есть тоненькие перчатки. Вот видишь, я гриб нашел. Вот среди сосен березки. Красота. Идут по дорожке мои грибники. Делают видимость, что они собирают грибочки. Ну, не знаю, есть тут грибочки, нет. Хотя дождики прошли, по идее, должны быть грибочки. Так, Яна пошла. А, это она только за палкой. Я уже думала, гриб ищи нашла. Палку, а? Палку себе ищи. Так я все равно не умею собирать. Палка нужна, чтобы ковырять. Так у меня папа будет ковырять. Вот, и папа нашел палку. А то большая, ты шо? Вот такую не надо, тоненькую. Не-не, неудобно. Яна, ты ему подскажи, какую палку. Он давно не собирал? А. Я тебя прошу. Так, палки взяли. Теперь надо искать грибы. Хотя тут уже кто-то что-то уже ковырял. Так что, наверное, что-то тут есть. Славочка меня зовет, говорит, там море мухоморов. Ой, какой-то гриб нашла, ребята. Иду. Смотри. Иду, иди с ними там. Похоже, может и маслюк. Где? Вот. Да, нет. Нет. Маслюк. Маслюк, но он не а годится. А зачем ты его? Он не годится. Ну, я нашла, а вот еще. Это другое дело. То не маслюк, нет. То не маслюк. И вот, подожди, а это что? Это не маслюк. Да? Да, маслюк круглая шляпка. А это... Хорошо, отходи, я пойду. А вот еще, или что это? А, это травка просто. Так, где тут мухоморы? Ага. Тут такая вот поляна с мухоморами. О, сколько их много. Красота. Красненькие. О, какие. Тропинка нас привела прямо к молодому лесочку. Не знаю, сам вырос. Наверное, сам все-таки вырос. Да, это он от шишечек. Ну, сколько молоднячка. Что-то нашли. А ну покажи, что ты там нашел. Польский. Польский? Да, а польский, рядом. Они как растут? Вот нет, один нет. Или должны быть еще? Да, могут быть еще. Вот, смотри. Ой, манюпусечка какой. То, что самый вкус. Ну, да. Так, смотри, что они могут быть. Давайте, одевайте очки и смотрите. Ну, Слава молодец. Да, Слава сегодня на первом месте. Да, два гриба нашел. То ли еще будет, да, Слава? Подвохом надо, вот там, где бугорки есть. А, точно, нас так Ирочка Минакова учила. Где бугорок, там должен быть гриб. Охота, тихая охота. Я нахожу одни поганки. Одни поганки. Яна говорит, надо идти дальше.
Так что идем дальше. У нас Яна ас, она разбирается. Вот рыженькие поганки. Поганок много. О, сколько их. Красивые. Ходим, уже всем жарко стало, начали куртки снимать. Но что-то грибов пока нет. Хотя Яна говорит, что в этом месте должны быть польские грибы. Смотрите, еще даже роса на траве не высохла. Тут сейчас Яна говорит, я сейчас вас веду в такое место, которое я называю волшебное. Ну вот мы сейчас идем. А вдруг встретили женщину. Она говорит, пару дней назад 2 килограмма насобирала грибов. Ну, сегодня немножко, ну, польские собрала. Так что ходим. И она говорит, причем, говорит, собрала, говорит, в начале леса. А в середине леса, говорит, ничего не получается. А в начале леса что-то собрала. Так вот идем такой тропиночкой. Ой. Так. Ага, а тут преграда. Преграда, вот такое дерево. Сейчас мы его будем обходить. Ясно как. Так тут не одно. Тут их. Смотрите, там еще одно, еще одно. Тут надо сразу все три обойти. Ну, если там будет невысокое, то можно переступить. Ага. Ну, пошли. Осторожно. О, осторожно, да. Осторожненько. Шли. Сусанины, вы Сусанины. Шли. Ой. Ну, я у него спрашиваю, как там не прошли. Он говорит, а после какого до Черевков 35 километров. Ой, ребята. Ну, как мы тут залезли в такие дебри. То есть, ты можешь себе представить, красота. Это ребенку, которому, извините меня... Да нет, ну ребенок уже сидел там можно. Ходите, ходите, ходите. Что, Славочка, нету? Нету. Бугорок оказался... Бугорком. Бугорком, да. Ой, как тут хорошо. Так. Вот, нашли там родственников. Славик вспоминает свое детство, как он в детстве ходил с папой со своим за грибами. Обратно уже пошли более коротким путем. Так, еще одна. У нас тут бахает, но вам, наверное, не слышно. Разминирование идет, ну, далеко от нас. Предупреждали, что будет бахать. Ой, как... Как-то думали, хорошо что дышится. Что ну, а грибы это такое дело. Так, да. Еще одна преграда. Осторожно. Алла, вот тут... Осторожно. Вот такие вот дела. Ну, я наклонюсь, да. Тут эти шипы, осторожно, очень хорошо нагибайся. Да, хорошо. Вот, и зашли, думали взять... Все, прошли. Я люблю смотрите, солёные, какая. Ну, получается 200 с лишним гривен. Так. Говорю, давай возьмем пельмени. Опять выходим на какую-то полянку. Солнечная полянка. Уже некоторые деревья начинают принимать осенний цвет. Начинают краснеть, желтеть. Ой, красота. Ну, какая полянка. Зашли в лесочек, где много деревьев лиственных, и уже они, смотрите, какие желтенькие, красивенькие, на солнышке переливаются. Ах, красота. Так, Слава пошел, там что-то ищет. Ну,
От нас, наверное, грибы просто прячутся. Они понимают, что мы вышли на прогулку не так за грибами, как на прогулку. И они от нас прячутся. А, какая красота. Солнышко такое светит. Прелесть. Ежевика, да? Я на горе синяя малина. Смотрите. Нет. Ежевика. Так что грибов нет. Ежевику нашли. А вот еще кустик. А, целая полянка, да? Надо было брать с собой баночку и собирать на компот. Вот такое местечко нашли, где можно отдохнуть. Славочка отошел в сторонку и говорит, маслячок. Представляете, пришли отдохнуть, а тут и грибочки. Я носик. И сколько ты там насобирал штук? Сейчас, должны быть еще. Ищите, ищите. А ну, Яся, показывай, какие красотулечки. Ой, какие хорошенькие. Угу. Прелесть. Манюпуся. Так что остановились мы хорошо. Как раз вовремя. Какая красота. Вот такой мухоморчик. Прям красота и все. Мне он напоминает, когда вы, Яночка, ездили, ой, как эта страна называется, в свадебное путешествие вы ездили. Ну ладно, еще. Ну, такие же там были смотровые площадки, вот такие, как грибы. Забыла. И я забыла. Страна и город одно, вот два. Да, 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 да. Страна и город одно и то же. У нас Славочка сегодня на первом месте. Находит только он. А вот. О, Яночка. Яночка нашла. Раз, два. Бери, бери. Это самый вкусный. Такое жалко срезать. Ничего, мы сюда ж не попадаем. Ой, какая прелесть. Это самые вкусные. Нет, это не... А ну. Смотри в другой стороне, Аллочка. Смотрю, но я ничего не вижу. Я смотрю, но я не вижу. Вы такие грибники классные. Вы все видите. А я один нашла, и тот, ты сказал, плохой. Ой, какие грибочечки. Может, и мы насобираем на сковородочку. А не насобираем, значит, вытащим. Зонтик уже на сковородочку. Не насобираем, добавим те, что у нас покупные в холодильнике, в морозильнике. Что это у нас? Паганелла. Паганелла? Паганелла. Еще нашли. О! Да, мы тут. Пошли вправо, да? Да. Почему-то надо будет... хорошо почистить. Снять, да? Просто. Слышишь, Яна, а в этих же грибочках только чистится вот эта верхушечка и все, да? Да. Вот эта шпористая не чистится. Не-не-не. Красота. Грибок красивенький. Смотрите, опять поляна и вся с мухоморами. Ой, одни мухоморы. Ну, кое-что мы там, конечно, ну не я, а Славик и Яночка что-то собирают. Но здесь столько мухоморов, они такие красивые. Просто. Так что, если кому нужны мухоморы, welcome. Ой, смотрите, ну тут куда ни пойдешь, и везде одни мухоморчики. С красными шапочками. Так, опять в дебри попала. Дубочки. Так. О, мухоморчик на мухоморчике. А там еще впереди грибнички. Вместо грибов нашли шалашик. Вот такой вот. Деревце упало. Прямо с корнем вывалилось. Видно недавно, потому что еще листья зеленые не завяли. О, какое солнце светит. Ага, только что громко так листик звенел. Все.
Все, ветер ушел, и он не играет. А вот другой начал играть. Красота. Тронь. Маленькая, а без хвостика. Да, вижу. Спряталась. Такой у нас улов сегодня. Маслята. А это ты называешь как царские грибы, да? Королевские. Какой? Зонтики. Да. Зонтики. Да. Зонтики. Так что вот такие вот грибочки насобирали, нагулялись. Надышались. Ну, ты что, связь плохая? Конечно, мы же в лесу. А ты хотел позвонить? Да, ну, я звонил. Ну, лучше потом. Так что вот такая вот у нас сегодня прогулочка. Нет, нема. И так я же говорю, тут нет такие связи. Грибочки. Видели мужчину, а он нашел белые грибы. Боже, я еще такого в жизни не видела красоты. Боже, какая прелесть. Какие вот. Поздравляю вас. Ой, такой ужас. Улов. А где нашли? Да, там дальше, где-то метров 200 туда. Понятно. Януся, смотри, какие грибочки. В общем, все грибочки нам подарили. Я хожу, смотрю. Такая красота. Что это валежника? Боже, яке щастя. Вот такие гриби. Ходили і находили. І подарувала нам цілу торбу гриби. І находили. Боже. А я еще иду и говорю, никогда в жизни не видела, чтобы собственный гриб был, пожалуйста. Ну, он не собственный, но почти собственный, в нашей же корзинке. Значит, собственный. Вот такая у нас сегодня получилась прекрасная прогулка с прекрасным хэппи-эндом. Да.